Здравствуйте! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы продолжим разговор о Соловецкой обители и обратимся к связанным с ней графическим произведениям. Вот это большая гравюра с видом монастыря святых Зосимы и Савватии, а также чудесами и сценами житий этих святых, была выполнена в 765 году Дмитрием Пастуховым, московским мастером, и представляет собой копию гравюры 1744 года, которую выполнили знаменитые петровские гравюры Алексей и Иван Зубовы. Здесь указывается, что и был очень важный момент, что она, гравюра, упоминает о приходе, как тут написано, о втором пришествии Петра Алексеевича на Соловецкие острова. Потому что Петр был на Соловках еще в 1694 году, он осмотрел все монастыри, молился в каждом храме, а в 1702 году он пришел уже в связи с событиями русско-шведской войны, а так как Соловецкий монастырь, архипелаг, прежде всего, являлся важным местом защиты Беломорья. И Петр с эскадрой в 13 кораблей провел 10 дней, осматривал стены и арсенал. Большую часть гравюр с видами Соловков и отдельных его островов выполняли мастера Сумского погоста. Это большое село, которое уже с 15 века было вотчиной монастыря. И там было много и солдат, которые периодически, если была нужда, приезжали служить в монастырь. Были и ремесленники. И вот, в частности, основная масса из выявленных сейчас граверов, которые выполняли виды и по заказам Соловецкого монастыря, происходили из этого Сумского погоста. Это вид Анзерского острова с преподобным Елеазаром Анзерским и Михаилом Малеем. Дело в том, что скит был основан святым Елеазаром в период правления Михаила Федоровича, поэтому, скорее всего, и изображен с другой стороны Михаил Малеин как соименный святой царю Михаилу Федоровичу. Читание святого Елеазара началось в середине 18 века, в середине 50-х годов, когда были открыты его мощи, именно тогда и начинает разрабатываться его иконография. Вот автор этой гравюры Лука Зубков происходил из солдатских детей Сумского погоста. В 12 лет оказался в монастыре в Соловках. В 14 году известно, что он там учился за еду и одежду. В 15 году есть упоминание, что он учился в иконописной мастерской. Потом числился среди солдатских солдат монастыря, и даже есть документы о том, как ему выплачивали жалования в 60-70-е годы. А в 92 году, 18 века, он упоминается среди канониров Соловецкого монастыря. Тем не менее, основную массу своих гравюр с видами монастыря он сделал именно в 70-80-е годы. В частности, ему же приписывается вот этот план Анзерского монастыря. Когда началось прославление Елеазара, складывается его иконография, и именно в конце XVIII, лучше в начале XIX века, появляется большое изображение мест на Анзерском острове. Вот в XVIII веке там была основана еще один скит, Свято-Распятский. Вот
Это уже 1835 год, тоже неизвестный мастер, к сожалению. Помимо, собственно говоря, заказанных гравюр своим мастерам, естественно, заказывались и делались гравюры, как вот, например, очень популярные в свое время гравюры Шелковникова с видом монастыря. Наверху изображены справа основатели обители, Савватий Зосима и Герман. А здесь, можно сказать, значит, вот святой Элиазар Андерский, о котором мы говорили, Иеринарх, игумен 1-3 17 века монастыря, ну и, естественно, знаменитый митрополит Федор Колычев. Дело в том, что вот иеринарх, ему очень было сложно. Он как раз стал игуменом монастыря после смуты в 14 году и до 26 года. Тем более, что шла еще Шведская война, и даже после Столбовского мира 21 года. И лихие люди, и литовцы, те же разбитые, и, в смысле, не ушедшие еще шведы, они грозили и Поморью, и монастырю в первую очередь. Даже были специально из Москвы присылаемые стрелецкие полки, чтобы охранить северный рубеж страны. И даже на 5 лет с монастыря сняли всякие подати, чтобы все силы монастырь направлял на защиту северных рубежей страны. Очень популярна была, как я говорил, гравюра, поэтому вот есть даже такое очень условное, но очень близкое повторение в народной картинке. Это 59 год 19 века. То, что монастырь, по сути дела, долгое время представлял собой реальную крепость, вспомнили в XIX веке во время Крымской войны, когда в 1954 году случилось очень интересное событие на Соловецком архипелаге. В июне, даже скорее весной 1954 года, из Архангельского монастыря прибыл Нарочный и сообщил о том, что существует возможность нападения английской эскадры. Поэтому быстро осмотрели все стены монастыря, посмотрели, какое есть вооружение. Оказалось, что такое очень старые пушки, вышедшие из употребления, старые пищали, пики и больше ничего. Поэтому было решено, что все сокровища монастыря вывезти в Архангельск. Из Архангельского монастыря прислали немного пушек, не больше 8-6. И монахи вооружились и стали ждать нападения. И 6 июля 1954 года к островам подошла эскадра английских кораблей и вывесила флаги, то есть разговаривала морским языком, как полагается, и сделала 2 салютных выстрела. Так как монахи – люди, не связанные с военной службой, вот такой, они не знали морского языка, не восприняли это как нападение на их монастырь и ответили залпом. И даже удачно попали в один из кораблей, англичане отошли подальше, и началась пересылка депешами. Англичане заявили, что раз монастырь проявил себя как крепость, то поэтому должен как крепость вместе с гарнизоном и с всем вооружением сдастся. Игумен заявил, что они монахи, и у них люди не воинские, и вооружения у нас нет, так что и сдавать нам нечего. И 7 числа началась 9-часовая канонада. То есть это было огромное количество снарядов, которые попало в монастырь. Как потом сами англичане писали, что за тем количеством боезапасов, которые срасходовали английские корабли, можно было стереть с лица земли несколько городов. 5-метровые стены выдержали. Тем более, что и монахи, и те солдаты, которые там были, и трудники, которые оказались в стенах монастыря, они защищались настолько отважно, что англичане повернули и ушли. Когда англичане ушли, стали очищать монастырь от всех этих снарядов, выяснилось, что жертв нет вообще. Даже чайки, как повествует рассказ, которые там постоянно кормились, рыбы все-таки, они тоже не пострадали. Единственное, что увидели за иконой Божьей Матери не разорвавшийся снаряд. И он так и не разорвался. И вот был устроен молебен вокруг вот этой иконы Божьей Матери. Это было очень большое событие, вплоть до того, что в 1958 году на Соловецкий монастырь приехала императорская фамилия, и хлынул просто потрясающий поток паломников. И здесь стала серьезная проблема монастыря, что требовались именно дешевые
иконы, то есть это печатная продукция. И тогда в монастыре была заведена типографская такая, литографская мастерская под, ну что ли, началом иконописной мастерской. Причем в мастерской, как правило, работали приезжие мастера, потому что своих не было. И поэтому монастырю приходилось обращаться, он также очень широко пользовался и услугами, и других литографских заведений. В этот период задается очень большое количество, ну, таких небольших литографий цветных. Из цветных это в два тона. Здесь иконография, представляющая Зосиму и Савати как покровитель пчеловодства. Вот это все 80-е годы 19 века. Здесь, собственно говоря, как бы изображение навеяно сюжетом из жития Зосимы. Когда он высадился на Большой Соловецкий остров, ему было видение прекрасного храма в сиянии, собственно говоря, что здесь изображено. И вот на месте этого видения был заложен храм Преображения. Собственно говоря, это вот такое начало монастыря, вот небольшое строение и поклонный крест. Естественно, делались копии святынь монастыря. Вот знаменитая святыня Соловецкого монастыря Божьей Матери Запечная. Образ Божьей Матери Запечная или Хлебенная получил свое название благодаря тому, что эта икона явилась святителю Филиппу, митрополиту Московскому, во время молитвы за печью в хлебопекарне Соловецкого монастыря в те времена, когда он, будучи иноком, исполнял в монастыре послушание пекаря. В 70-е годы мастерская была литографская закрыта, поэтому в монастырь пришлось обращаться и к другим, опять, издателям. В 90-е было, она опять была открыта, и вот в это время происходят некоторые изменения, да, скажем, продукции этой типографии, потому что начинает в основном делать видовые хромолитографии с видом как самого монастыря, так и отдельных его скитов. Есть еще очень интересный материал, небольшой, который связан с историей монастыря 20-х годов, когда он на его территории был основан печально знаменитый слон, то есть Соловецкое лагерь особого назначения 20-е годы. И у нас есть акварели известного художника, гравера, графика, собирателя, коллекционера, знатока голландской живописи. В 18 году, он, 20 века, естественно, он хранил голландскую коллекцию в Эрмитаже. Это Осип Эммануилович Брас. Он был арестован в 24 году и оказался в этом слоне, где был представлен в команду, в отряд, где, слава богу, использовалась его как бы специальность. Он делал виды памятников монастыря, как внешних стен, так и внутренних. Он делал зарисовки из жизни заключенных. То есть была такая идея создать пропагандистское издание о том, как перековываются буржуи и контрреволюционеры. Поэтому они такие достаточно веселые и радостные. Слава богу, Брас был, благодаря стараниям своих друзей, освобожден. Он в 26-м, в 28-м он уехал из России в Германию, потом во Францию, и в 36-м году он умер в Париже. Наш рассказ о Соловецком Спасо-Преображенском монастыре подошел к концу, как и время сегодняшнего выпуска. Всего вам доброго. До свидания.